Итак, я позвал Речку и Мурзилку, это получается два дружка, и сейчас они будут проходить, однако у них немного другие правила. Поскольку их двое, у каждого из них есть по одной жизни и еще одна дополнительная. То есть, если кто-то один из них сольется, у него есть возможность вернуться и прыгнуть еще раз, только уже в правильную лаву. В общем, вам надо дойти до конца, чтобы получить суперприз за каждый раз, когда вы будете проходить один раунд, вы будете получать просто приз обычный. И когда вы пройдете... Наверное, давайте два раунда, ну, то есть два раза лаву пройдете правильно, у вас есть возможность открыть бокс, даже два, с каждого по боксу. Ну и все, зона может вам подсказать. Зона вам может подсказать? Как я считаю, вот я проходил первый, я считаю, что я почти до конца дошел, поэтому я вам даю подсказку, вам точно вот влево. Вот я ставлю даже маяки, могу за вас... Нет, ну за это я не буду открывать шампанское, но прыгайте налево, вот сюда. В эту... Мне кажется, это неправда. Ну, налево. Смотрите, у вас три жизни, то есть вы можете проверить, а можете послушать зону. Что, мне кажется, что это блок Манго, чтобы ему было пусто. Ну давайте. Нет, мне кажется, надо вот сюда. Ой, ладно, я потерял своего тиммейта. Ну, я давай. Вымер немного, но... Ну, а если вымер, ты бьёшь, я приеду к тебе, я тебя найду. Твой тиммейт вылетел или что? Или он просто умер? Да, я тиммейт, но я умер, короче. Ладно, давай, Мурзилка. Ой, уже штамина не нравится. Страшно? Ну, прыгай. Танцую танец для тебя, чтобы ты прыгал. Почувствую, я похоже. Я могу зайти в блок Манго. Я говорю, я тебе даже... точно сюда ставлю изумруды. Я дам тебе изумруды, если ты туда прыгнешь. У меня 1 миллиард, зачем мне твои изумруды? Не знаю, что тебе дать. Мурзилка. Давай 300 конфет. Так, все, хватит. Нет. Торги, прекращайте. Мурзилка, выбирай. Зону тебе подсказал. И да. Что? По правде говоря, я Зоне сказал, чтобы он один раз вам подсказал. Ну, поскольку у вас двое. Это тебе награда, я не знаю, типа, зачем она, ты сказал, у тебя 1 миллиард, поэтому, ну, забери ее просто, да? Ну, потом честно отдадите, пускай она валяется. Хорошо. A few moments later. Вот сюда. Чест, прыгай, куда тебе подсказывают, ну, либо выбирай что-то другое. Отлично, так, и забирай там награду, тебе мурзилка оставил чисто. Ну, ладно. А, я застрял! Давай, спускайся. Я наоборот сказал. Спускайся. Мурзилка умер, чест, проходи дальше. Все, так, отлично. Так. Хорошо, у вас до сих пор есть по жизни и плюс одна дополнительная. Я кину сюда камень, он мне скажет. Нет, он сгорит, он мгновенно сгорел. Можешь туда же кинуть, но такой он, же будет эффект. Ну, камень мне сказал, что там плохо, так. Там жарко. Ну, мне кажется, вам стоит подумать, как думал я, когда проходил. Давайте вы не будете я ничего не боюсь, ничего не делать. Мурзилка, я сейчас тебя дисквалифицирую. Так, чест. Просто думайте. Я кину туда зимний блок в жертву. Нет. Мне кажется, он не загорел. Нет, у меня ни один блок не загорелся, они просто исчезли, у меня текстуры не залагают. Давай, меньше 6 это будет лево, а больше это будет право. Чест, Соня по музыке, у тебя больше 6 по музыке? Нет, давайте кинем монетку. Твикс, у тебя есть монетка? Поблизости нет. Ну, ладно, я... А что у меня есть? У меня поблизости есть яблоко. Если яблоко падает на правый бок, мы идем направо. Если на левый, на левый. Оно так не работает. Типа, яблоко... Мы идем направо. Ладно. Ну, по крайней мере, я... Желательно по одному прыгайте, потому что Мурзилка умер. Чест, твое яблоко очень плохое, мне оно не понравилось. Чест, у тебя какое-то яблоко фейк. Давай, ну, теперь ты понимаешь, куда прыгать. Оно направо. Чест. Я просто не договорил, надо было, я имел в виду, надо на противоположную сторону идти. Ну, чест, давай, прыгай. Прыгай, ты можешь его не ждать пока что. Как я сюда выбраться? Да я сейчас тебя открою. Ну, чест, пока жди там. Итак, я вам обещал, вы спустились, ну, до второго раунда, ну, по крайней мере, чест. Куда мне чест? А вот сюда, ну, где я? Ты же меня юзи. Ну, ты ж умер направо, значит, логически тебе налево. Я не помню, где право, где лево. Спускайтесь, там сундук, но там ничего нет, поэтому я вам просто даю возможность. Спасибо. Открыть две коробочки. Смотрите, стойте. Не спешите. В одной там из нее вылет, в четырех плюсы. В одной еще есть, в одной из них есть жизнь дополнительная. Но в одной из них вылет. Будете рисковать?
Будете рисковать? Нет, честно, у меня так, смотрите, там есть красная коробочка снизу. Мне кажется, что красное это сердечко, поэтому там 100% выглядит. Нет, нет, смотри, Мурзилка. Оранжевый, смотри. Пикс любит цвет, там должно быть что-то хорошее. Я люблю, я зеленый люблю. Мне кажется, оранжевое что-то хорошее. Синий цвет это цвет смерти, красный это цвет агрессии, зеленый цвет хакерства, оранжевый я не знаю. И желтый я тоже не знаю. Желтый это богатство. Определенно зеленый. Желтый это богатство. Вы по одной выбираете. Одну чест, одну мурзилка. Ну, да. Оранжевый это цвет лавы, мне кажется. Желтый. Мы выбираем желтый. Ты уверен, да? Да. Цвет богатства. Желтый. Плюс аметист я тебе дам. Плюс аметист. О, сейчас угадал. Мурзилка, а тебе? Я же говорил, желтый это богатство. Меня. Давай зеленую. Ты уверен, да? Зеленая. Просто. Нет. Зеленая. Ладно, зеленая так зеленая. Это плюс попытка, то есть плюс жизнь тебе дается. О, честно, я возвращаюсь. То есть еще один раз ты можешь умереть, и тебе ничего не будет. Я уже запутался, как у вас жизни. Еще два. А нет, один, да, один. Ну, и одна. У меня все жизни, у Мурзилки. Все жизни. Типа, да. Ну, тогда проходите вниз. Сейчас, подожди. Смотрите. Сейчас по логике. Сначала мы прыгали сюда, потом мы прыгали сюда. И значит теперь сюда. Но это неправда. Значит, мы прыгаем снова сюда. Или ну, честно, очень хорошая логика. Зона, хочешь подсказать, либо запудрить мозги? Как мы договаривались, мне короче. Мне кажется, вы сначала пошли там и там. У вас два пути были одинаковые. Сейчас, давай, что будет решкой? Ребро. Давай, решка это лево, орел это право. Дай. Все решается рандомом на рандомной карте с рандомными... Так. Ладно. Даже упала. Сейчас, нам налево. Прыгай. Серьезно? Сначала ты прыгаешь. Твоя монетка так сказала? Да. Ну ладно. Она сама сказала. Мне кажется, у него шиза, если ему монетка что-то шепчет. Я не знаю, как он это сделал. Монетка волшебная. Это... Там что-то... Что за... Откуда? Как? Ладно. А есть еще коробочки? Есть еще коробочки. Вы когда доберетесь, наверное, до раунда пятого, он откроет. Так. Твикс и логика это две разные вещи, подожди. Держите, это вам, там, ресы какие-то будут. А что ты мне на мусор кинул? Аж ничего, дай мне. Мусор можешь выкинуть в лаву, либо честно. Всё, это мне. А, да, дарю. Деньги, гроши, мани. Итак, ваш выбор. Я уже запутался, давайте, у вас просто по жизни плюс дополнительное вроде так и есть. Если да, да, так и есть. Но мы не теряли жизни, считай. Ну, плюс Мурзилка потерял, но он ее выбил, получается, да. Сейчас опять лево. Подожди, мне надо поесть, я все равно умру в любом случае. Опять лево. Я говорю, что это лево. Ну, смотрите, ты уверен. Мне кажется, по монетке все решать плохо. Нет, правильно, ты ошибаешься, Зона. Так, спустился в лаву. Не-не, я умер. Ладно, тебе минус жизнь, и у тебя, получается, была дополнительная, ты ее как бы... Ты просто остаешься в игре. Естественно, прыгаем сюда. Ты остаешься в игре? Мне кажется, там тоже неправильно. Да, вас закиберпулили. Да, остаемся здесь и просто. Честно, ладно, спрыгивай. Ну, слушайте, вы уже так нормально добрались? Нормально, уже почти скоро финал. Давай ты теперь прыгай. Честно, стой. Хочешь, тебе награду дам, да? Ок. Хочу. Оп, нифига, пали. О, монетка подсказывает, что вот эта сторона. Давай. Если ты пройдешь, то давай. Подумай, что ты постановил, понимаешь? Потому что тебе монетка подсказала два раза уже. Ну это ладно. Три раза. Это уже не права. Какая постанова? Ты что, я умер и... Ну ладно, прыгайте. Выбор за вами. Прыгай, Мурзилка. О, честно! Я не знаю, что какая у него читерная монетка. Но я помню, я в этом сундуке ничего не положил, но ты можешь выбрать один предмет, который я тебе дам. Любой. Давай один куб. Нет, в плане, который есть из предметов. Это может быть элемент титанки, молния, хоть сундук, хоть дерево. Давай. Да честно, убирай. Давай миниган. Хотя, у меня нет минигана. Что ж, я выберу самые редкие, вещь, ты не поверишь, Твикс, дай мне каменную мотыгу. Это проблема, сейчас, подожди, она продается? Каменная мотыга. Фух, она продается. У тебя есть все, кроме мотыги.
Ну, шикарный заказ, ты так обанкротился. Держи. Спасибо. Держи, хорошо. Я тебе еще должен аппетит. Я ее выкину специально. Итак, ребяткушки, это финальный раунд до суперприза, и у вас просто еще, у вас, короче, ну, вы по-любому пройдете. Давайте вы сейчас как-то проиграете оба. Было бы хорошо. Так, чест, святая монетка. Давай. Чест, нам туда. Стойте. Как вам насчет того, что вы должны сейчас прыгнуть вдвоем? То есть... Не, мне это не нравится. Никаких поблажек. Вот ты сказал, монетка твоя туда сказал прыгать, это значит прыгай туда. Просто если вы в разные стороны прыгнете... То вы по-любому пройдете. Давайте наоборот. Мурзилка прыгает в эту, я прыгаю в это. Кому повезет? Хотя давай. Одновременно. Сейчас вы выберете стороны, вы уверены в своих выборах, да? И смотрите, кто... Сейчас... Монетка сказала та сторона, я не уверен. Сейчас, короче, вот, к примеру, у вас по одной жизни, вот, все. Это о, ваш... лава, не съедай меня, это ваш финал, вы понимаете? То есть, если кто сейчас прыгнет в правильную лаву, тот получит приз. Главный. Ага, она уже подсказала нам. Вот я сказал, ну, типа... Ну, все, вы должны выбрать одну лаву, типа... На счет три. Раз, давайте на счет три. Раз, два, три. Мурзилка не прыгнул. Мурзилка, что за читы? Ну ладно, а поскольку... Чест, короче, ты получаешь суперприз, и суперприз получается заключается в том, что я тебе сейчас даю строительство, и ты можешь строить все, что хочешь, либо ломать все, что хочешь на моем острове в течение 2 минут. Да. Ну ладно. Но поскольку Мурзилка тебе кучу раз помогал, я ему дам тоже возможность помочь тебе. Сейчас, гой-верес сломаем. Только смотрите, вы строить можете все, но если стройка будет неадекватная, я вас кикаю, а ломать вы вообще можете все, что захотите. A few moments later. Давайте, как только вы на спавне вы появитесь, тогда вы начинаете. А, вы уже на спавне, поэтому я ставлю таймер. Все, 2 минуты. Сейчас ломай это. Они ломают мой остров. Ой, какой кринж. Вниз ломай. Как вам не стыдно, ребятки? Даже нечем ломать, скажу тебе. Ну, ушел отсюда! Я хочу посмотреть на это. Они ломают мой остров. Вы не будете ломать весь спаун, нет. Мурзилка, у тебя есть еще 13 секунд, ты должен ускориться. Ты можешь ломать все, что хочешь. Не, ну я все. Я им мешаю. Ты кринж. Да ладно, не мешаю. Мешать. Ладно, я не буду им мешать, потому что они выбрали правильно. Мурзилка, 2 секунды. Мурзилка, ты куда ушел? Стой. Мурзилка, время твое закончилось. Я здесь застрял. Нет, подай вниз. Подай вниз. Я честно закрыл Кузи. Вот именно. Он у меня здесь. Речка, давай, ломай. Дом, у тебя осталось было... минута 12 секунд. Ты можешь ломать, что ты... Ну, зона, я могу, но здесь зона, из-за этого я и не могу ломать. Зона, пока, честь, ты мешаешь. Честь, ломай этим. Быстрее. Вот это подгон, я бы сказал. Вниз, под себя. Что там внизу? О. Ломай, заходи, заходи. Куда ты ушел? Ломай, ковры ломай. Ковры. Ну, и Мурзилка показывает Чест, ладно. Чест, видишь там сундук, Чест? Сундук слева. Давай. Чест. Нет, туда. Только не сундук. Построй кумарка, бей постройку. Ломай, Чест, ломай. Сундук очень красивый, я не буду его ломать, не волнуйся. А, Чест, ты просто спрыгни, чтобы быстрее появиться на спавне. Или ты просто строишь? Не, я не буду. А, ты строишь? Ну чест, поскольку ты какой-то нубик с хайблоки, я тебе дам дополнительно 30 секунд. Да. Нифига, спасибо. Я просто... Нам зону мешал 30, прямо 10 секунд. Ну все. Не, ну это сразу видно в игре. Я понял, что он строит. Это ромашка. Так, ну таймер завершился, однако я сказал, что я тебе дам 30 секунд. И просто, давай так, я тебе просто дам достроить то, что ты хотел, это получается ромашка. Ну я надеюсь, она получится. Это уродливо строится, но все же. Ничего страшного, у тебя получится. Мы в тебя верим, да? О, Мурзилка, Месси сделал что-то очень отличное. Тут домик Марка есть. Так, у меня... Да, я хотел пойти к домику Марка, я просто забыл, где он находится. Что ж, это... я благодарен. Зона, ты понимаешь, что ты не так за руль, я хотел в банк пойти, я хотел банк разломать.
Не надо банку. Мне просто гриферы, вообще, это ужас. Чест, я даже не пожалел, что тебе дал. В принципе, у меня появилась новая ромашка красивая, модная на острове. Ну так все, получается, вот такое видео получилось. Подписывайтесь на канал, с вами был Твикс, Мурзилка, Зона, Чест. Да, пока.